Приветствую, друзья! Меня зовут Ольга Овчинникова. Сейчас я покажу, как нам перевести технический аккаунт в обычный аккаунт. Наверняка у многих из вас остались аккаунты, которым не могли воспользоваться менеджером аккаунтов, и они остались как бы без логина. Давайте посмотрим, как выглядят технические аккаунты. Для этого нам нужно зайти на площадку. И мы с вами, для того, чтобы увидеть ее целиком, это первая площадка, пятиуровневая, воспользуемся кнопочкой «минус» на правой стороне. Таким образом мы сузим нашу площадку и сможем ее полностью увидеть. Вот видите, кто-то говорит, это Сатоши Накамото, кто-то говорит, что это Лев. Вот здесь получается, что у нас как раз и есть технические аккаунты. Вот здесь аккаунты людей, но здесь, видите, нет фотографии. Так мы знаем, чей аккаунт. Тут написано Овчинникова Ольга, да? А это технические аккаунты. Как же нам их перевести в разряд обычных? Нам необходимо курсором навести на вот этот черный прямоугольник. И обратите внимание, в левом нижнем углу экрана появился RDX, да, появился ID. Нам его необходимо выписать на бумагу. Затем мы переходим на сайт кошелька RxCash. Здесь в правом нижнем углу появляется окно «Мы на связи», онлайн техническая поддержка, да, окно. Сейчас уже поздно, они не работают, техническая поддержка, поэтому этого окошечка мы не видим. Но в это окошечко я написала вот такой текст: «Здравствуйте, помогите, пожалуйста, перевести аккаунт из технического в обычный». И написала номер RDX, который мне нужно было перевести. Далее техподдержка ответила на мой запрос и прислала мне вот такой скриншот. Здесь мы видим с вами номер ID, номер RDX, да, логин, его логин и e-mail, к которому он привязан. Далее, для того, чтобы нам зайти в этот аккаунт, мы нажимаем в кошельке «Авторизация». И вот здесь вводим тот номер, который нам нужно восстановить. Набираем этот номер. Да, все верно. И нажимаем кнопочку «Забыли пароль». «Напомнить». Голубая кнопочка. Дальше мы вводим адрес электронной почты, к которому привязан аккаунт. Все, заполнили адрес электронной почты, еще раз ввели номер кошелька и нажимаем «Восстановить пароль». Успешно, пароль отправлен на ваш e-mail. Окей, и мы с вами отправляемся в электронную почту. Нам приходит письмо на восстановление пароля и открываем его. Нам необходимо скопировать пароль, который нам прислали, и войти в кошелек. Если он вам не нравится, вы можете его потом внутри кабинета поменять, друзья. Но будьте всегда предельно аккуратны, когда копируете пароли, чтобы не было воздуха перед первой буквой, перед первой цифрой. Иначе это считается пробелом. То есть если вы копируете с запасом, да, и видно, что есть пробел перед буквой, перед цифрой, значит, уже сайт у вас пароль не засчитает. Всегда делайте осторожно. Снова вводим в поле номер ID и пароль, который нам прислали на почту. Войти. Небольшое математическое упражнение. Капча. Происходит обновление нашего кошелька, и здесь мы уже идем с вами за пин-кодом на почту. Письмо подтверждение входа. Видите, вот у нас было восстановление пароля, а теперь у нас идет подтверждение входа. Это единоразовый пароль. Видите, как я копирую? Вот если я захвачу, вот прям перед самой цифрой нужно это делать, друзья, чтобы там не было пробела. Вводим одноразовый код. Окей.
Все, мы с вами попали в кошелек, в технический аккаунт. Теперь после этого мы можем с вами отправляться на сайт RxInc и здесь уже проделать ту же самую процедуру. Ввести логин, который нам прислал оператор. Да, вот у нас будет логин и пароль, который нам пришел на почту. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А если у вас есть еще какие-то интересные находки в нашем новом кабинете или есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо, друзья.